Борщевник Сосновска – горевший приклад того, как за реализацию добрых намеров отрымливается экологичное бедство. У 60-х годы минулого стагодия этой рослина была одобрана как силостная культура и рекомендована для вырощивания на сельскогосподарчих землях. Однако протягивалось это недолго, занятые борщевиком территории покинули без нагляду, как выник чужеродный для Беларуси вид, у якого нема конкурентов и практично отсутничают вороги, почав активно распространяться по краине. Борьба с борщевиком Сосновского на данный момент очень актуальна для Гомельской области. Всего на территории Гомельской области установлено более 200 мест произрастания борщевика Сосновского. На общей площади порядка 96 гектар. Амаль треть площадь, занятых борщевником, припадает на Гомельский район. У опошние годы проблема складнилась тем, что с полев борщевник Сосновского начал переходить у лес. Такая ситуация зараз означается у Кармянском, Водокошелевском и Рогачевском районах. Выкористание традиционных химичных сортов борьбы за рослины у лесных угодьях заборонено. На допомогу пришли ученые Национальной академии наук. Але покуль эффективность пропонованных ими речев не перевышает 90%. С уликом того, что на одной рослине находится до 30 тысяч зернятков, которые могут заховываться в земле до 10 годов. Борьба не заявляется легкой, при том, что растения еще и небеспечные для здоровья. Когда при солнечном светле сок трапить на скуру человека, это выкликает опек первой ступени. Заживать рано будет как минимум тыдень, хоть полностью забыть об контакте с растиной можно будет только проз год. За непринятие мер по регулированию распространения борщевника только за минулый год на Гомельщине выдадено больше 200 предписаний. Разом с тем все разумеют, только штрафными санкциями проблему не вырешить. Как чекается, все лето землекористальники накируются на мероприятие по борьбе за рослины около 45 тысяч рублей. С уликом сродку, выдаткованных областным бюджетом, это дозволить провести отповедные работы на больше 60 тысяч гектарах с наступным утягнением участков этих земель у сельскогосподарчий оборот. В рамках борьбы с борщевиком Сосновского со стороны Гомельского облсполкома выделено около 24 тысяч рублей. Эти деньги направлены и предназначены для того, чтобы приобрести амуницию, приобрести гербициды, необходимые для химической обработки борщевика. Олег Сентеров, Евгений Макеенко, телерадиокомпания «Гомель».